А в Братиславе прошла встреча лидеров стран Евросоюза. Во время саммита они договорились через полгода представить подробную программу спасения ЕС. В дорожную карту вошли приоритетные направления работы Брюсселя на ближайшее будущее. Это преодоление миграционного кризиса, борьба с терроризмом и улучшение экономического состояния Союза. Отмечу, впервые саммит ЕС прошел без участия Великобритании. Тот факт, что миллионы европейцев не чувствуют себя в безопасности, отражает реальность. У них складывается впечатление в недостатке контроля. Они выражают страхи по поводу миграции, терроризма и, наконец, относительно своего будущего в социально-экономическом плане. Вот почему мы будем исправлять ошибки прошлого совместными решениями в Европейском Союзе из 27 стран.